считается, что в стране незаслуженно слово «пиар» имеет негативную коннотацию. Пиар – это профессия, и профессиональные пиарщики заслуживают такого же уважения, как профессиональные журналисты, врачи или президенты. Это первое. Второе, безусловно, роль пиара, то есть целенаправленного потока информации, будет возрастать, потому что в хаосе современного информационного мира целенаправленные потоки становятся более яркими. Все ключевые люди, все, кто определяет направление развития и пиара, и медиа, они здесь сегодня были. Это очень интересно, очень полезно там не только пообщаться, но реально там можно услышать что-то такое новое, интересное. 40% посетителей форума – это люди, которые пришли первый раз. Это, конечно, это здорово. Любое общение лучше, чем не общение. Самообразование, ну и вообще образование – это очень правильная вещь, потому что узнавать, как работают новые технологии, в том числе коммуникации, в первую очередь диджитальной коммуникации, это очень важно. Я вижу, что не все это понимают и не все про это знают. Каждый человек стал средством массовой информации и стал прямым потребителем других средств массовой информации, таких же людей. То есть СМИ исчезает в виде некого фильтра, который регулирует, что человек получает. Соответственно, то, что пиарщики делают, прямой впрыск уже пошел. А раньше он был не совсем такой. Поэтому, мне кажется, роль растет, и растет роль их профессионализма. Люди постоянно рождают какие-то новые идеи, придумывают новые форматы, и это радует, потому что это означает, что этот сегмент не стоит на месте. И по всему миру распространено, что при помощи, скажем так, медийных персон, социальные проекты, они становятся более успешны, что, соответственно, и более эффективно как результат для проекта, и, собственно, повышает эффективность бизнеса, который этим занимается. Надо думать, как быть нужным, как быть полезным не клиенту одному, а всей его аудитории. Вот шикарное было выступление про инвалидов, да, репрезент инвалидов. Вот какую задачу себе поставили люди. И интересный, и захватывающий. И весь зал сидит и смотрит. У меня есть некоторые идеи о том, как я вижу, как наш сегмент мог бы развиваться. Они сложные, это появление новых технологий, и мне просто лично, почему приехал, собраться и общаться с людьми, и услышать их мнение, и попытаться объяснить мои идеи, услышать, что думает отрасль. Проверять себя вообще самая важная часть работы пиарщика, потому что слишком большая ответственность, ты отвечаешь не за себя, ты отвечаешь за других людей. Поэтому внутренняя рефлексия – это то, что дает болтик, это то, что мы очень ценим. Стоя еще несколько раз по 15 лет, ну или хотя бы еще раз по 15, и вот давайте встретимся вот через это время и обсудим, что у нас там случилось с репутацией нашей профессии, улучшилась ли она, смогли ли мы это сделать и этим гордиться. На будущее сохранять высокую планку с точки зрения организации и, может быть, предлагать какие-то наиболее актуальные, острые темы, которые будут в этом состоять. Я желаю, чтобы форум рос и все у него получалось. И, может быть, это будет уже не два дня, а три дня, и площадка будет востребована. Потому что я приятно удивлен, что на второй день зал полон. Это тоже очень важно.